Те слухи, которые распространяются по поводу того, что Балашов отдал свои голоса или хочет отдать другому кандидату Александру Николаевичу Волнушкину, это ложь. Я этого не делал никогда и делать не буду, потому что всегда говорил Александру Николаевичу Волнушкину правду о нем, то, что он, передав из 36 городских полномочий 35, удачно их все завалил, потом находил крайнего, и считаю, что он не готов для того, чтобы возглавить Солнечногорский район. Он, видите, даже начинал свою кампанию с обмана. То у него есть высшее образование, теперь у него и нет, и так далее. Да, мы встречались с ним, отдельно обсуждали какие-то моменты, вот именно честной предвыборной борьбы, но после этого, буквально через день, эта информация в газетах появилась, и второй уже нечестный ход.